Ну что, друзья, привет опять. Сегодня суббота. Суббота 18 июля. Я вот о чем хочу рассказать. Знаете, какая прекрасная погода. Солнышко, да? Ну, есть облачко немножко, но солнце. А вы знаете, когда я час назад до пробежки, я только пробежку закончил, шел на тренировку, собирался страшный дождь. Шел где-то в километре. Черные тучи, вообще все. Но я не сломал намерение и пошел. И вот знаете, намерение влияет, наверное, помогает. Я пришел на стадион, стал бегать, и тучи раз, и развернулись в сторону. И ушли мимо. Это я к тому, что не ломайте намерение. И все будет образовываться. Мир станет вам улыбаться сам. Это всего касается. Если вы делаете то, что считаете правильно, и это действительно правильно. То есть это морально. Это хорошо, это развивает, не мешает с другим, идет вообще на пользу всему. Тогда и мир вам будет помогать. Поэтому не ломайте намерения, делайте все то, что нужно и должно. И тогда даже погода будет вот такая. Всего доброго.